Всем привет! С вами канал «Занимательное отопление». Мы сегодня в пригороде Черноморска. Это СОК «Ветеран». Сдаем объект, энергоэффективный дом из СИП-панелей. Вот такой, 150 квадратных метров. Мы здесь сделали отопление в этом доме. Отопление у нас первого этажа выполнено. Теплый пол полностью весь. Исключительно теплым полом. Нет здесь радиаторов. Дом очень теплый, стены очень, ну, энергоэффективный дом, я уже говорил. Очень теплый дом. Здесь мы, получается, в столовой сейчас находимся. Первый этаж. Тут выход на улицу. Вот у нас кухня. Так все сделано. Система уже опрессована. Завтра приедут ребята, будут заливать полы. Сейчас поднимусь на второй этаж, вам сразу покажу. Второй этаж — это радиаторная сеть, коллекторная разводка. Вот, получается, первый радиатор подключен тоже сшитым полиэтиленом, ЭКМА, труба ПЕКС-А вся. Первый радиатор, второй, третий и четвертый. Здесь будет система Danfoss, управление температурой стоять позже чуть-чуть, когда уже все приведется. Божеский вид. Завтра приедут ребята, зальют пол. Приедет Влад. Тут кое-что переделается, электрик. Будет кое-что переделываться по электрике. Ну а наша работа уже подходит на этом этапе к концу. Вот здесь мы в прихожей сейчас находимся. Это главный вход дома. Здесь у нас комната. Здесь санузел первого этажа. Есть санузел второго этажа, там будет исключительно электрический полотенцесушитель. Вот наша топочная. Она сделана на основе электрического котла. Источник электрический, котел 9 кВт. Тенка стандарт плюс. Вот он подключается сюда. Это наш коллектор. Коллектор теплый пол. Это ЭКМА тоже коллектор. Теплый пол 9 контуров. Они все небольшие. Шаг укладки 125. Насос ОМП-3 Flex Grundfos. И вот наши 4 контура радиаторы. И один контур у нас идет на бойлер косвенного нагрева. Это Tessy 100 литров. Каким образом? Бойлер не предусмотрен в нем, кстати, рецикл. Но здесь было проложено под рецикл. Система сделана. И поэтому мы... Здесь был... датчик, под датчик выход мы установили здесь вот так вот, таким образом сделали, установили сюда датчик температурный и установили насос рецикла, то есть будет насос работать по всему дому, прогонять воду, датчик меряет здесь необходимая температура, в принципе можно регулировать воду, которую вы хотите в кранах получить вот этим датчиком, он управляет датчик вот этим сервоприводом. Здесь он будет стоять на вот этом контуре. И будет открывать, закрывать. То есть косвенник будет работать вот таким образом. Здесь полностью все будут стоять еще сервопривода, но уже Danfoss система. Один только будет ЭКМА стоять. Головку не ставили. Будет система перегрева стоять. Здесь идет по улице газ. Возможно, он будет сюда подключаться, но заказчик хочет попробовать это все на электрике. У него сделаны все разрешительные тарифы. Двухтарифный счетчик стоит, зимнее отопление. Ну, как бы они уже купили дом, это было уже сделано тут под ключ. Вот система ввода воды, она еще не до конца реализована. Тут поставили клапан антипротечки. Вот здесь он стоит на входе, будет 4 зоны. Получается, у нас вверх первый, наверху санузел первый. Там будет стоять датчик, санузел первого этажа, санузел второго этажа, кухня и котельная. Будет стоять 4 датчика. Нептун будет следить за тем, чтобы у нас не произошло утечки и не затопило нас. То есть замыкаются контакты, попадает водичка, кран закрывается. Все отлично. Нигде ничего не затечет, не затопит нас. Дальше поставили счетчик. Счетчик мы ставим дублирующий, чтобы не лазить в люк, не смотреть показания. Вот. Здесь он стоит, посмотрели себе спокойно, расплатились, все нормально. И фильтр самопромывной, это ЭКМА 100 микрон, стоит на входе с манометром, показывает у нас давление.
вот таким образом реализовано. Когда пол зальется, здесь поставится емкость запаса воды. Вот у нас поднимается по стеночке наша радиаторная сеть, уходит вверх. Вот так вот. Поставится емкость запаса воды где-то на литров 800, на 1000. Это, наверное, 1000 влезет здесь. И поставится насос «Скала Грюнфос». Для того, чтобы здесь всегда была водичка. Давление, кстати, в системе здесь слабое, 1 килограмм. Вчера ночью было 2 килограмма, но днем поливают люди, дачники. Поэтому надо насос ставить обязательно. Все, сделали все за 3 дня. 4 полных дня, да, там с заставкой материалов. Получилось отлично, как всегда. Кому интересно, сколько стоит, пацане, какие-то вопросы, кто хочет, чтобы мы реализовали вам такую красоту, звоните, телефоны под видео. А мы едем дальше, еще много у нас работы. Сейчас переходим, будем делать большую котельную с тремя котлами, газовый, электрический, твердотопливный, в следующем видео. Всем пока-пока, мы едем дальше.